Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня я покажу интересный гаджет от компании Vixin. Ссылка будет в описании под видео. Это FM-модулятор. Поставляется он в такой упаковке. Внутри находится само устройство, шнур AUX и инструкция. Данное устройство нужно для прослушивания музыки на старых магнитолах, в которых нету Bluetooth, AUX и USB разъемов. FM-модулятор втыкается в прикуриватель. При этом мы получаем два USB-порта для зарядки различных гаджетов. Первый порт выдает 1 ампер, а второй — 2,1 ампера. Экран цветной с диагональю 1,8 дюйма. На него выводится вся основная информация. Если нажать на кнопку CH, то можно с помощью крутилки задать частоту FM-сигнала. Данный модулятор достаточно интересен тем, что можно подключить не только телефон по Bluetooth, но еще и вставлять USB-накопители и microSD-карты до 32 гигабайт. Также на левой части можно увидеть AUX-разъем, поэтому ваш телефон, планшет, плеер и так далее можно подключить не по Bluetooth, а через шнур AUX. После подключения на экране можно увидеть напряжение бортовой сети, эквалайзер, название трека и другие параметры. С помощью кнопок можно переключать треки, это достаточно удобно. Громкость можно регулировать на самом FM-модуляторе с помощью крутилки. Также вы можете принимать звонки и разговаривать через динамики вашего автомобиля, так как в данном гаджете присутствует микрофон. Для того, чтобы принять вызов, достаточно один раз нажать на кнопку с трубкой телефона. Чтобы положить трубку, повторно нажимаем на данную клавишу. Чтобы повторно набрать последний номер, нужно два раза нажать на кнопку. Если вы не хотите принимать звонок, то удерживаете кнопку нажатой около 2 секунд, и вызов будет сброшен. При длительном одновременном удержании стрелок переключения треков модулятор можно как выключить, так и включить. Гаджет весьма полезный, пригодится многим. Ссылку, где покупал, я оставлю в описании. Можете приобрести и себе.